Здравствуйте. Сегодня 13 апреля. Время 10 часов 44 минуты. Через полчаса на вокзал города Череповец подъедет поезд из города Архангельска, следующий на Санкт-Петербург. А в нем едет, как вы думаете, кто? В нем едет Александр Андреевич Пирожков, собственной персоной, с рюкзаком и двумя котомками. Он высаживается из поезда, я подхватываю под белые рученьки, веду сюда к Гансу, мы садимся, грузимся и следуем на запад, в район Синявинских высот. Да, именно сегодня начинается мой 30-й полевой сезон поиска. Именно вот таким событием. Осталось всего полчаса. Подождать не надо. А далее на запад. Свобода, воля, поиск, лес и война. Ну, естественно, бойцы, которые у нас еще там. Здравствуйте. Вон он, наш пассажир. Сейчас мы получим от него сумочки. Давай. Так, скромняшка. Здорово. Привет. Здорово, с приездом. Ну что, под лямки и вперед. Погнали. Мы уже в Ленинградской области. Доехали почти до Кировска. Километров 20 до него осталось. Вот Гарик Харламов нам подсказывает, что мы должны повернуть на Синявинский поворот. Впереди эстакада этого поворота. И мы сейчас свернем вправо и двинем на Синявинские высоты. Мы проезжаем Синявинские болота, и вон впереди уже виднеются Синявинские высоты. Сейчас мы взгромоздимся на них и поедем по Синявинскому полю, на котором сейчас построили курятник на поле славы. Сколько наших бойцов отдали жизнь за то, чтобы залезть вот на эту высоту. Речь идет о десятках тысяч человек. Мы сбегаем сюда на скорости 90 км в час за какие-то секунды, а им требовались месяцы. Мы подъезжаем к новому мостовому переходу. Справа от нас остается поселок Мга. Нельзя сказать, что дорожка убитая. Ну, весенняя, чуть размягшая, вполне терпимая. Но мы едем очень медленно, потому что мы груженые, чересчур груженые. Мы ногами разгребли горы снега, точнее говоря, бруствер снега. Вот сейчас Сашка посунет его. И в этот промежуток сейчас заедем. Должен вам сообщить, уважаемые товарищи, что мы потерпели неудачу. Мы сунулись в три места в попытках доехать до нашего лагеря. Два раза почти сели. Благодаря лошадиной силе, нет, скажем так, могучей силе Александра Андреевича Пирожкова, Ганс был вытолкнут, ну, в связи с тем, что он выскочил из него, 110 килограмм все-таки. Но он еще сзади подтолкнул. Но мы не взъехали на лагерь, потому что много снега, колея, мокрый песок, который вязнет просто-напросто. Кое-как мы выбрались обратно, приехали на перешеек на озере. Сейчас, как вы думаете, что мы делаем? Послушайте звук. Как вы думаете, что это такое? А мы сейчас вам покажем. Вашим очам представляется форель. Александр Андреевич порезал на куске упаковки от коптильни. Вот она. Порезал кусок форелины. Отрубил бошки, хвосты. Завтра будет чудное ухо. И сейчас мы вот это чудо под названием свежая форель с озера Соколёва будем потреблять вместе. Посвятить, пожалуйста, с армянским коньяком трехлетней выдержки.
Доброе утро. Мы встали в 6 часов, пробежались по окрестностям, проехались к месту вчерашней первой попытки, вернулись обратно и сейчас попытаемся повторно проскочить почти до нашего лагеря. К самому лагерю нам не подъехать. Много снега и колея. Ганс не взберется на бугор. Сейчас, возможно, разгрузимся. Мы только что осуществили выгрузку Ганса, которого поставили у самого подножия нашей высоты. Само собой возникает вопрос, а где же имущество? А имущество наше, вот оно. Представляете, вот это количество барахла, выгружено из Ганса. И это еще не все выгружено. Но это только часть вещей. А та часть, которая должна жить в машине, так сказать, технические причиндалы более ценные, чем еда, они останутся в машине. И их довольно много. Александр Андреевич Курють. Героическими усилиями Александр Андреевич Пирожков взял Ингин рюкзак себе на плечи. И сейчас потащит его на горку. Как оно? А теперь я Сашкин рюкзак возьму. Он Жонкин, а я Сашкин. Снимаешь? Снимаем. У товарища такая челма. Новый образец. Весь груз мы уже оттарабанили наверх. А сейчас набираем воду. Саша, приступайте. Вот так наши героические бойцы добывают воду. Хороший, да. Где-то сантиметра полтора. Ну давай с этой дырки наберем. Ну что же, почти весь наш скарб, который мы выгребли из машины, мы взгромоздили на сопку. А после того, как мы это сделали, мы решили, что самым неотложным делом для нас станет, как вы думаете, что? Что вы слышите? Да, вы не ошиблись. Вы слышите шкварчание поджариваемой свежей форели. Прошу любить и жаловать. Ай, какой аромат. Какие вкусы. Как мы сейчас это все вожделенно будем уничтожать. А потом, вот с этого, видите, добра сколько, мы с этого сделаем сегодня уху. Форелевая уха, это что-то с нечем. Как она журчит. Мы помимо жареной форели еще готовим и ленивые голубцы. Тихий весенний вечер на озере.